девочки, хочу вам показать, мои любимые друзья, хочу вам показать, как сделать от выпадания волос. Это мне рецепт дали, мне сказали, он стопроцентный, что он шикарный. Вот это называется, на испанском он называется ромеро. На русском будет розмарин. Я посмотрела уже, как будет называться. Вот розмарин. Добавляем сюда чуть-чуть воды, и мы его завариваем, чтобы получился как вот чай. Сейчас я вам покажу все подробно. Вот, налила я водички, и вот пускай он у меня сварится хорошенько. Тем не менее, у меня вот принес мне муж алоэ с моего участка. Я его делаю первый раз. То, что я делаю, первый раз. Но мне настолько хвалила она, что так у меня просто очень сильно волосы падают. Так что надеюсь, что говорит правду. Говорит, что это просто колоссальная вещь. Одна из лучших. Так, это я тонко порезала. Вот сейчас надо вытащить алоэ. Вот так вытаскиваем алоэ. Я тут нарезала себе. Пропорции тоже она мне не сказала. Она говорит, я все на глаз делаю. Но я тоже сделаю на глаз. Не знаю, где она взяла этот рецепт. Она говорит, что ее вся семья вот уже вот так пользуется. Говорит, и ни одного волоса, говорит, не теряю. Надеюсь, что правду сказала. Потому что если это правда, то мне поможет как... И вот с вами тоже делюсь. Ой, какая вещь неприятная этот алоэ. Но говорят, что он полезный. А кто его знает? Так что вот так вытаскиваем просто алоэ со всех этих. Ну, процесс ясен, да? Вот столько у меня алоэ получилось. Вот так. Но я буду на две бутылочки делать. Так что вот так. Сейчас мы туда заливаем вот эту жижу через ситочку. Он такой получился темненький немножко. Вот я чуть-чуть налью. Вот так. Еще чуть-чуть. И проверим. Теперь я помешаю его вилочкой. Он растворится или нет? Она мне вот так сказала, что она вот так его делает. Растворяет его весом. Ну, вот так, короче, его вбиваете хорошенько, чтобы он растворился. У меня он не сбивается, девочки, так что я, знаете, что решила? Вот так сюда. Все равно он какими-то кусками. И я его, вот я не помню, она мне сказала блендером, нет. Я его вот с этой... Вот с этой собью. Так, сейчас проверим, она вся пошла или нет. Так, есть куски или нет? Нет, жидкая, видите? Вот такая она должна быть. Так, как раз обратно сюда. Мне вот удобнее так. Вот, теперь она мне сказала шампунь. Вот. Она мне сказала, что в шампуне должно быть вот чуть-чуть. Вот этот целый шампунь у меня, наверное, здесь на донышке. Так что я сюда налью еще шампунь чуть-чуть. Чтобы мало тоже не было.
Вот так. Наверное, сейчас здесь, ну, шампунь вот так, наверное. Вот это целая бутылка. Подождите, я вот так покажу. Вот это целая бутылка, да? Вот такая бутылка. У меня вот здесь на донышке, наверное, вот так шампунь. Теперь она мне сказала, вот эту всю жижу в шампунь наливаешь. А сюда заходит. Ой, прям я как будто в тютюрку сделала, девочки. Вот так. Вот так. Теперь закрываем шампунь. И вот просто обычно, как мы моем голову, вот так этим шампунем голову мыть. Понимаете? И вот она говорит, что это просто обалденный рецепт. Она мне так сказала. Вот попробую. Вот, девчонки, делюсь с вами. Потом дальше больше расскажу, как. Потому что у меня, если я что-то не предприму, я останусь лысая. Вот настолько у меня падают волосы. Вот так, готовый шампунь теперь для использования. Девчонки, вот, не знаю, правда, неправда. Вот сделала, посмотрим, девчонки. Ну, в принципе, что там? Вот, купить этот средства такие, знаете, больших денег тоже не потратила. Один раз попробую. Ну, или 2-3 раза попробую и посмотрю. Потом, конечно, наверное, бальзам. Или там кондиционер, что угодно, чтобы этот запах, наверное, убрать. Хотя запах, я бы не сказала, что неприятный. Нет, очень даже приятный. Он сбивает, шампунь сбивает запах. Очень даже приятный запах. О, девчонки, пользуйтесь. Попробуйте тоже. Я вам дальше больше расскажу.